Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hairdresser Info, а перед нами Motorola Moto G200, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе поделить экран. Для этого нам нужно выбрать какое-то приложение, которое будет в верхней части экрана, открыть его. Дальше, если у вас управление жестами, мы свайпаем снизу до серединки, отпускаем здесь палец, видим вот такое вот меню. Если у вас управление жестами, вам нужно нажать на кнопочку справа или слева, вы увидите точно такое же что-то. Дальше нам нужно здесь нажать на значок приложения и выбираем разделить экран. Теперь выбираем второе приложение. Вот и все. Мы можем одновременно пользоваться, к примеру, Google Chrome и настройками. При помощи ползунка посерединке можно менять размер каждого из приложений. Если потянуть в самый верх или в самый низ, мы обратно вернемся в полноэкранный режим. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.